Здравствуйте. Если вы нервный или впечатлительный человек, то, пожалуйста, закройте это видео. Для всех остальных я объясню. В данном видео я нахожу в доступе закрытым или в доступе открытым видеозаписи в интернете с камеры GoPro, то есть от первого лица, естественно, с реальных участников боевых действий, которые находятся непосредственно в боевых действиях. И первая видеозапись, по моему мнению, является очень любопытной, ввиду того, что здесь реальная перестрелка, есть жертвы, а также между противниками идет диалог, ну, даже не диалог, а скорее просто обзывательство в сторону друг друга и угрозы, а также запугивание противника, дабы он сдался. Сторона, с которой ведется запись, это сторона украинская, и интересный факт, это бойцы, которые находятся в подразделении С-14, это национальное соединение, которое существует с 2014 года, и ее лидер заочно арестован в России, настолько она насолила Российской Федерации. Как они себя проявили в бою, вы сейчас увидите. Другое. Один готовый. И если вы внимательно смотрели эту видеозапись, то вы уже должны были обратить внимание на то, что эту группу до этого момента не обнаружили, а теперь ее обнаружили. И чем конкретно закончится эта ситуация для автора этого видео, для человека, который снимает с GoPro, вы увидите в самом конце этой видеозаписи. Покер, чушка ты кацацка! Насрати, давай виходь! Живим будеш, бити не будем! Зайчику! Вилазь! Був у нас бій. Не дуже легкий такий бій, я б сказав, да. Та й не важкий, ну. GoProшечка моя, все погано з нею, як ви можете спостерігати. І за окуляриками моїми погано. Прилетіла, короче, куля. І пропрацював мій GoPro рівно 3 години. И на следующей видеозаписи мы видим, как украинские солдаты обстреливают с верхушки горы россиян, которые находятся ниже. Ну, естественно, выстрел с РПГ на холмах в районе реки Северский Донец, а конкретное место это Белгоровка. И перед тем, как начнется этот видеоролик, маленький момент. Если вам нравится озвучка, если вам нравится контент и видеокадры, которые я подбираю, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, ведь это будет стимулировать меня
делать больше видео, подбирать более качественные кадры. Да, 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 да. На тебе дорожці танчик, блядь. Якщо появится, ебаш его на. А Серега с пулемета доправи. Чуєш? Та бери РПГ з курва. Та, блядь. Давай, 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 давай. Тут, тут, спицы, спицы. Спицы з окопа давай. Та з якого окопа, нахуй. Ні. Заряди! Та, блядь, зарядись тут! Поможи! Йора, поможи! Нема, все, так. Ну и последняя на сегодня запись самой горячей точки на данный момент в Украине, то есть это город Бахмут. Здесь, естественно, сторона это Украина, с которой ведется видеозапись. Очень активная оборона, то есть с перебежками, с очень плотным огнем противника. И мне кажется, интересно снова послушать, как и что делают солдаты в этой активной обороне. Это вот меня лично привлекает больше всего, как действуют люди в таких экстренных ситуациях. Перебегай! Перебегай, блядь! Перебегай! Пустой! Трошки левее. А? Да, плюс. Да, подкинь патрон. Кидай, кидай правее трошки. Они в трехэтажку тут. Пососи хуй! Да, выкурили все-таки гандоны, а?